стартовали девушки. Ну, еще раз напомню, что формально пока лучший результат сезона в нашей стране у Екатерины Алексеевой 24.98. Может быть, уже в первом забеге мы увидим быстрее. Давайте смотреть. Необычно популярная дисциплина в мире. Я уже говорил о том, что более 200 спортсменов классифицировано только рейтингом ИАФ. Ну и если кому-то интересно, то 50-й, например, результат в мире 2.02.43. Видите, уровень такой достаточно высокий. Заканчивается первый круг. Мария Журавлева уверенно возглавляет эту гонку. 59.8. Вот такое начало. После 500 метров тройка убегает вперед. По-прежнему бегуни из Нижнего Новгорода лидирует. Сейчас очень важный момент, 600 метров. Двое спортсменок остаются в борьбе за победу. 1 минута 31,5 секунды. Ну и до заключительной прямой сейчас будет борьба здесь. 100 метров. Сумеет ли Журавлева довести до победного свой забег? Судя по всему, сумеет, даже немножко отрывается. Ну и вы знаете, дорогие друзья, очень может быть, что уже в этом забеге будет быстрее, чем 2.